В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Машиностроителей погибли 5 детей. Еще один находится в больнице, и за его жизнь борются врачи. Завтра, 20 апреля, в городе объявляется общегородской траур. Будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги на государственных и муниципальных учреждениях. Мы скорбим вместе со всеми родными и близкими погибших и разделяем их боль. Случившееся должно стать важным уроком для всех нас, взрослых, родителей, педагогов, теми, кто отвечает за вопросы безопасности. Мы должны сделать все, чтобы подобное впредь не повторилось в нашем городе.